Первая раздача турнира просто. Валера! Окей, ладно. Обидно, ну. Ничего не сделал, да? Да и ривер ничего. Слушай, дро так не блефуют обычно, поэтому я здесь комфортно себя чувствую. Что нахер? Ну, выглядит, что отмазки не будет. Казалось бы, да, вроде помладше выглядел флеш, но что-то почему-то я банк не забрал. Думаю, неужели я доехал наконец? Доехал наконец. О, это жесть. Почему жизнь должна быть болью? А вот это хороший вопрос. Не, ну вы сами все видите, в принципе-то уже можно и без комментариев обойтись, просто выключить микрофон и сидеть молчать. Давай. Ой. Ой. Севен! Понятно. Я не сомневался ни секунды даже. Просто не хочется тут король отпустить за дешево там, или валетов каких-нибудь, которые... Увидев оверкарты, испугаются. Я думаю, что не так много блеф 4 бетов здесь. Очень быстрый был сайз, ну такой. Ну вот, вышла бы такая доска и все. С валетов стэк не забираем. Мы и так не забираем стэк с валетов, как бы, но... Так бы мы выиграли маленький банк, а так большой проиграли. Прикольно. Эх, а такой нормальный рывочек мог бы сейчас быть, блин. Против зеленого все равно хуже. Не, ну когда не твой день, тогда не твой день. Вот как бы вот вся мудрость моя в этом. Больше ничего не могу сказать. По пике продолжу. По восьмерке тоже, да. Давай, я весь твой. Поехали. Отмазочка будет, я чувствую прямо, я чувствую ее, я запах почуял, сейчас будет. Нет. Нет. Да. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Увидел лузовые статы человека, OpenRaiser, думаю, что можно сделать лузовый 3-бет, тем более я в тильте, почему бы нет. Делаю лузовый 3-бет, но он делается автоматом конского сайза из-за того, что это антестол. Это во-первых. Во-вторых, ну просто я не поменял сайз. Ну, в общем, суть в том, что получаю пуш, и только тогда вижу, что у него стэк всего 38 ББ. Смотрю, что мне надо 32% эквити. Думаю, ну, с король 10 32% найдется. Нажимаю call, вижу, что у меня 78, или сколько там показал он процентов эквити. And modern problems require modern solutions.
Да, здесь такой мутный спот, но не знаю, у меня здесь хуже рук нету, которые я тащу на тернером бэт. Убьем эту скороль здесь, как думаете? С таким СПРом. Хер мы чего выбьем, естественно. Такой плохой бэт. Ну я не знаю, если просто я честь не превращаю эту руку в блеф, у меня просто не остается блеф. У меня остается только валю бэт, там десятки плюс и фулы. Я просто себя не буду тогда уважать, если я не блефану здесь. Пусть вам учится за ролом. Чувак, еще не фартанул так. Не фартанул, ага. Ты раньше времени-то не болтай, дебил кусок. Я думаю, что я старше здесь. Да, я старше здесь. Ну ладно. Кола нет, но все равно банк приличный, спасибо. Отмазочка все ближе! Отмазочка все ближе! Если очень хочешь, снова я к тебе приду. Снова я к тебе приду. Снова. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Флип мы выиграем, но вот если не флип, придется прям тяжело. Ну мы и не флип можем выиграть, в принципе. Блять, рано на... Чел говорить. Ха-ха-ха. Вот это хорошее. Хорошее. Давайте сразу. С Валера. Нет, не надо, Валера. Буба! Опа. Ха-ха-ха. Валера! Фух. Magic. Да никто не уйдет из покера целеньким. Можно на время уйти из покера, но навсегда только покер может уйти из тебя. Мне просто интересно, почему так мало клипов стали делать. Понятно, что они вам нахер не нужны. Я не понимаю, почему раньше тогда их делали много. То есть я же не так часто поощрял делание клипов, как их делали. То есть сейчас вот, ну, когда мы делаем хайлайты, есть проблема, что недостаточно клипов. И пошли, самое интересное, то ради чего все здесь собрались, я так понимаю. Ва. 75 тысяч, это что, 750 баксов мне выпало в нем? Ну, отлично. 750 баксов, видите, не зря набивали сундучки. 750 баксов это ощутимые деньги. День-то в плюсе сегодня получается. Будет на что в Санторини пивка попить. Оба, это хорошо. 150, отлично. И... 350, больше, чем косарь уже из сундуков вынули сегодня. Не зря копили, не зря, нормально. Это что, 95 долларов, что ли? Охренеть, еще 200. 10. 1200 сундуков, что ли? Больше даже, ты там еще же по 20, по 40 было. Типа около 1400, наверное, сундуков сегодня вынул. Ничего так, ничего так. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, всем чмоки-чмоки, целую, пока.